Растительная пища не только содержит гораздо меньший уровень промышленных токсинов, потому что они находятся в самом низу пищевой цепи. Существует множество фитонутриентов, которые могут нейтрализовать воздействие этих токсинов. Группа ученых недавно опубликовала результаты исследования, в котором описывается, что произошло, когда они взяли промышленный диоксин, а также инсектицид ДДТ и воздействовали этими токсинами на белые тельца человеческой крови, с и без добавления различных фитонутриентов, для выявления защитных свойств растений. Они выявили два самых эффективных агента для защиты человеческих клеток от проявления токсических эффектов диоксина и ДДТ. Вот немного данных. Измерение воспалений, вызванных диоксином. Все четыре фитонутриента, казалось, уменьшают токсический эффект. Но гинегрол, который содержится в имбире, и лимонин, который содержится в цитрусовых, показали наилучший эффект в подавлении воспалительных процессов. Конечно же, это только предварительные выводы. Это был небольшой эксперимент по изучению ничтожной малой части тысяч известных фитонутриентов. Но это позволяет нам сделать предположение о том, что растительная диета может играть двойную роль в защите нашего организма от промышленных токсинов, уменьшая степень их воздействия и, возможно, уменьшая вред, наносимый нам химикатами в нашем современном, очень загрязненном мире.